Ну, разумеется. Ты согласен? Я и мой корабль к твоим услугам. Ты впрямь не из этих мест. Ха-ха! О, нет! И слава богам! Пойдем, покажу тебе Адрестию. Когда пожелаешь, капитан. Стой! Подожди, Кассандра. Я собрала все, что нужно. Хочешь плыть с нами? Куда ты, туда я. Феба, ты еще мала. За тобой некому присматривать. Этого и не нужно. Я сама могу справиться. Как-нибудь в другой раз, хорошо? Но я не буду мешать, честно. Раз мне нельзя, возьми Хару. Хару? Орлицу, мою подругу, подарок моей мамы. Ну, пусть будет с тобой, напоминает обо мне. Станет твоей подругой. Спасибо, Феба. Хорошо, что ты спасла Кину. Мне будет с кем играть. Береги ее. Вдруг болезнь еще не отпустила. Обещай, что когда-нибудь мы увидимся. Обещаю. Обязательно увидимся. А до тех пор будь умницей. Не волнуйся, буду.
Ладно, до встречи. Кассандра! Покинешь Кефалинию, не попрощавшись с лучшим другом? Быть того не может. Не может. Ты ведь уже здесь. Прощай, Маркос. Мы были прекрасной командой, а теперь расстаемся. Конечно, без помощника мне не обойтись, но тебя не заменить. Ну что, обнимемся? Ладно, иди сюда. Да, чудесно! Как же я буду скучать, Кассандра! Да, Маркос. Я тоже. Чем будешь заниматься теперь? Пить вино! Хотя оно, конечно, может выдохнуться. Но я всегда готов к приключениям. Кстати, милая Феба, для тебя есть задание. Задание? Да. Как думаешь, она достойна занять твое место? Выходим в море. Готовь корабль. Отплываем. Славно. Мы и так задержались на берегу. Пора в путь. Что ж, куда отправимся? Какой край желает посетить могучая Кассандра? Мегариду. Мегариду. Но ведь там идет война. Я должна убить одного полководца. Кого? Его имя Волк. Волк? Кому нужна смерть Николауса из Спарты? Николауса из Спарты? Оракул определила его судьбу. Если он не умрет, Спарта падет. Останови их. Нет, он не опасен. Он поможет. Он поведет нас. Молчать! Нет! Не надо! Нет! Убийца! Она убила его! Сбрось ее вниз! Смой с себя этот позор. Заплати жизнью за жизнь. Извини, она меня, не такая, Николаус. Как мы. Не слушай. Николаус, не слушай. Нет. Нет. Не слушай. Николаус. Не надо. Отец! Николаус! Стой! Николаус! Нет! Николаус! Николаус, послушай! Взгляни на меня, Николаус! Нет! Не слушай! Ты осквернен! Избавь себя от скверны! Отец! Нет! Отец! Нет, мое дитя! Кассандра! Кассандра! Плывем в Мегариду. Скорей. Боги, но зачем? Почему мы должны рисковать своими жизнями и плыть туда?
Потому что волк из Спарты мой отец. У тебя есть прекрасная возможность привыкнуть к качке. А? О чем ты? Ну, пока циклоп мял мне бока, его пираты забрали мой груз. Я знаю, куда они направляются. Что, если нам вернуть его? Конечно. Хорошая проверка для команды и корабля. Ну, вперед! Поплыли! Ну-ка, проверим паруса! Капитану руля! Быстрей! Плывем! Навались! Из-за этих пиратов сгинули мои товарищи. Спарта и Афины рвут друг другу глотки, и в море стало опасно. Нам нужны новые члены команды. Я знаю отличного лучника. Он мог бы нам пригодиться. Где нам найти его? Ну, его придется убеждать. О чем ты? Доставь его на борт, и я его уговорю. Драхмы подсластят сделку. Он должен быть без сознания? Нет, нет. Нужно лишь немного его усмирить. Потом доставить на корабль для беседы. Все будет хорошо, обещаю. Готовьтесь!
будь осторожней! Вот он. Стоит отправить Икара разведать обстановку. Он найдется. Причаливаем!
Никого? Странно. Пора начать новую жизнь. Присоединяйся к моей команде. Из него выйдет... Член команды. Thank you.
Вот он. Он станет ценным членом команды. Этого хватит? Не беспокойся. У нас еще будет возможность набрать в команду больше людей. Думаю, они нам понадобятся. Держим курс на Мегариду. Долгий путь способствует отдыху. Но ведь это не по нам. Если захочешь развлечься, почитай мой судовой журнал. Я записываю все, что представляет интерес для отважного капитана. Плывем, капитан! Я видела твое объявление. Что случилось? Я хочу побывать на празднике в городе. Веселье привлекает разных людей. Что тебе мешает? На дороге богатых гостей праздника подстерегают разбойники. Не говоря уж о зверях, что рыскают в тех краях. И ты просишь убить всех этих зверей? Нет, убей всех разбойников. Хорошо, я возьмусь. Славно. Ты меня выручаешь. Оставь это мне. Thank you.
здесь бдительные стражники. Так, пусть только попробуют не заплатить. Ты здесь? Удалось их убить? Они мертвы. Все до одного. Спасибо за помощь. Вот, возьми. Это моя работа. Если заметят, мне не сдобровать. Thank you.
И Зевс не могут решить, кто из них потопит корабль. Надо было принести в жертву козу.
Стойте! Прошу! О, хвала богам, ты здесь! Что случилось? Где твоя команда? Пираты! Убили почти всех, но у них мой брат! Прошу, спаси его! Я найду твоего брата, моряк. Я не моряк, я плотник, как и мой брат. Нас научил отец. Интересно. Нам бы пригодился плотник. Я был корабельщиком. Латал дыры размером с кулак Посейдона. Прошу, спаси брата, и я поплыву с тобой. Договорились. Где нам найти этих пиратов? Остров. К западу от Биотии и к югу от горы Геликон. Слышал, у них там оплот. Что-нибудь еще? Не знаю. Все случилось так быстро. Из-за войны пиратов стало больше, чем блох на Псине. Их лагерь должен быть недалеко. Мы найдем их и спасем твоего брата. Это еще что? Открыть дверь пока не получается. Может, в другой раз. Yeah.
Он плотник. Присоединится к нам, если спасем его брата от пиратов. Что ж, нанесем им визит! А ну, навались, парни! Гребем так, словно церковь за пятки кусает! Держать скорость! Мы сможем плыть быстрее, как только гребцы отдохнут! Кинские корабли перекрыли путь к бухте! Готовь, тёпла! Лучники, готовьтесь! Бухня! Они идут на таран! Стоп!
могут таранить! Скорее! Они...